Здравствуйте, мои дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале Vita Virtus. И сегодня такой расклад сделаем. Он будет короткий, но посмотрю подробно один вопрос. Вот посмотрю, какие качества нравятся вас загаданному человеку. Чем вы его привлекаете? Что его привлекает к вам, вот в вас? Что ему нравится? Что ему нравится и что ему не нравится? 5 вариантов будет, как обычно. Подробно посмотрим, что нравится, как он вас видит. Карта сигнификатора будет сигнификатором того, как он вас воспринимает, как он вас видит. Загадывайте. Если вам нужно больше времени, поставьте на паузу. Под видео будет указан тайм-код, можно им воспользоваться. Итак, первый вариант. Надежность, стабильность, умение. Действительно, вы человек, вот он вас видит очень интересным, образованным, стабильным и надежным. Это карта стабильности, надежности, уверенности в завтрашнем дне. Это человек с определенной базой, человек с твердой почвой под ногами. Человек обоснованный, сознательный, конкретный. Это карта очень материальная, очень хорошая. Ну, я еще люблю называть ее синицей в руках, да? Но действительно, он видит вас человеком очень иногда обеспеченным, но здесь как бы не о больших идет деньгах, здесь просто как человека стабильного, твердо стоящего на ногах. Причем, что самое главное, да, по ней, это такой самый осмотрительный рыцарь. Это самый-самый всадник, рыцарь осмотрительный, все колоде. Осторожный, аккуратный, неторопливый, оптимист. Но это человек, самое главное, который умеет правильно распределять средства, время, здоровье. Не знаю, очень, это такой это трудолюбивая карта. Но самое главное, умеющий правильно распределять, экономить. То есть человек, который не будет бросаться во что-то такое. Человек, который не будет требовать какие-то дорогие вещи. Не будет требовать какие-то, не знаю, золото, бриллианты. Это реально смотрящий на жизнь, реально смотрящий на вещи. Реально распределяющий средства, любые средства. Потому что время — это тоже средство. И деньги — это тоже средство. И деньги — средство, и время — средство. И энергия — это средство. И это трудолюбивая карта. Вы человек, который умеет конкретно выбирать, правильно ставить цели и не разбрасываться по мелочам. У этого человека очень многому можно научиться. Причем это еще такой человек, который умеет хорошо подстраиваться под ситуацию, как рыба в воде. То есть он всему учится. То есть из любой ситуации вы выносите постоянно урок, потому что это хороший учитель. Но также карта целеустремленная. Да, он стоит здесь, да, он смотрит вперед, но он знает, куда он смотрит. Это последовательность, это целеустремленность, это обдуманность, это конкретные цели, конкретные задачи без суеты. Потом, вы человек, который может устанавливать границы. Вы четко устанавливаете границы в общении, в работе, в жизни, рамки, границы. Вы никогда не позволите с собой вести себя как-то вот не так, да? Плюс, вы всегда умеете выбирать приоритеты. Вас ничего не... Вот тоже такой рыцарь, который смотрит четко в цель, он не отвлекается ни на что. Если вы что-то задумали, то вы будете к этому идти. Не как жезловый, да, там скакать, эмоционировать, беситься, бить в одну точку, как баран. Нет, это человек, который последовательно, медленно, организованно, с выдержкой, с выносливостью, с определенным трудовым... Вот, не знаю, с трудовой выдержкой, либо с эмоциональной выдержкой будете идти к цели. Самый такой осмотрительный. Но человек, который все взвешивает, все просчитывает, все анализирует, мудрый. Он никогда не пропустит никакого выгодного предложения, он умеет зарабатывать, он знает, где выгодно, он знает, где невыгодно. И плюс еще это прямолинейность, ну то, что я говорила, что вы не разбрасываете, скромность, вы реально смотрите на вещи, вы не летаете в облаках. Это рыцарь реальный, это человек, который смотрит реально на все без розовых очков. И, наверное, еще то, что он вас ценит, это то, что такой человек, если он что-то сказал, то он это сделает. Ну или вот знаете, как Just Do It, да, человек, который просто берет и делает. Он не говорит, он не обещает, он просто берет и делает. Это тоже он вас ценит.
И причем этим вы часто обгоняете всех своих соперников, конкурентов, как в жизни, так и в отношениях. Если это касается отношений, что бы там ни происходило, вы если смотрите женщина, это женщина, которая будет просто смотреть и наблюдать за всем происходящим со стороны, не делать каких-то дурацких телодвижений, а просто будет смотреть, как ее враги будут ошибаться, будут сходить с дистанции, а вы будете медленно, спокойно доводить свое дело до конца. Ну, не знаю. Самое главное, это, конечно, человек ответственный, человек, который выполняет все свои обещания и не бросает слов на ветер. Так, что ему еще? Что ему еще нравится? Ну, человек, кстати, ценит, если вот вы выбираете что-то, то это будет что-то надежное. Если вот ко всему относитесь серьезно. Если это секс, то секс. Если это вещь, то это хорошая вещь. Если это покупка, то это хорошая покупка. Если это друг, то это надежный друг. То есть, ну, то, что вот вы умеете выбирать людей, выбирать приоритеты, расставлять акценты. Так, что ему еще нравится? То, что. Слушайте, ну, здесь женщина очень достойная. Единственное, что. Причем я не могу сказать, что не нравится. Вы умеете, вы все всегда знаете. Возможно, какие-то вещи вы придумываете, возможно, что-то фантазируете, но ему это тоже нравится. Возможно, потому что как бы немножко не совсем клеится, но здесь больше будет, как вы знаете, где искать информацию, знаете, где получать информацию, и человек способный мечтать. Способный искать, способный мечтать, способный надеяться, способный. То есть не просто такой приземленный, а все-таки видит вас женщиной, которая умеет летать в облаках, умеет верить в чудо, умеет что-то искать. Потому что искать то, о чем она мечтает, либо добиваться того, чего она хочет. Ему это нравится, причем вы очень осторожны. Тоже карта очень осторожная, когда человек присматривается. Но здесь вы все равно выпадаете императрицей. Женщина-мечта, женщина, которая является главной в его жизни. Женщина — это дорогая, женщина, знающая о себе цену, женщина, знающая, чего она хочет. Это успешная женщина. Хорошая мать, хорошая жена, достойная женщина. Что ему не нравится в вас? Ну, давайте так. Если вы замужем, то это конкретно будет такое серьезное обстоятельство. Ему не нравится ваша семья, ему не нравится то, что вы замужем, ему не нравится, что эти отношения тайные. Либо здесь может быть просто как какая-то тайна по семье, либо какая-то тайная работа. То, что ему тоже не нравится, его это бесит, раздражает. Какая-то работа, связанная с тайной, какая-то работа, связанная, возможно, с эзотерикой. Либо просто у вас есть семья, у вас тайные отношения. Либо вы от него что-то скрываете. Потому что это может быть либо как совместное проживание семьи, а может быть как ваша работа, форма заработка. То есть, может быть, его это не нравится. Либо какие-то тайны, связанные с вашей семьей, с вашими делами, с вашей работой, с вашим бизнесом. Не совсем ему это нравится, его это раздражает. Да, его это. Если это связано с семьей, то конкретно он хотел бы, если вы замужем, то человек хотел бы, чтобы вы развелись. Либо, если это ваша семья, как ваши родители, то он очень боится того, что это не позволит вам быть вместе. То есть вот ваш какой-то семейный статус, либо ваш рабочий статус, боится, что этот статус разрушит ваши отношения. Второй вариант. Так, каким он вас видит человеком? Но мы все равно смотрим, что нравится, поэтому даже если тут повешено, то все равно его это устраивает. Но второй вариант может быть сигнификатор того, что у вас отношения какие-то очень сложные. Либо отношения, связанные с любовным треугольником, либо отношения, связанные с какой-то жертвенностью, жертвоприношением, либо нужно чем-то пожертвовать ради того, чтобы вы были вместе. Либо он вас может видеть сейчас в таком состоянии, как вы себя приносите в жертву. Потому что в данный момент он вас может видеть какой-то потерянный, какой-то, не знаю, беспомощный, бессилие. Ну, вы в подвешенном состоянии, вы бессильны, вы беспомощны. Вы не знаете, что. То есть ему это, по идее, должно нравиться. Здесь нужно, видимо, такое притворяться, либо такое быть. Потому что, ну, вот такое состояние, когда человек не понимает, что происходит, что ему дальше делать, идеалы рухнули, все рухнуло, цели рухнули, и вы находитесь в подвешенном состоянии. Либо это еще может быть как состояние кризиса. Вы находитесь в состоянии кризиса, вы находитесь в состоянии принесения себя в жертву, как на алтарь, не знаю, семьи принесли себя, на алтарь отношений принесли себя. Либо на более глубоком, это когда повешен этот человек, может быть, такой человек, который на алтарь жертвует своим эго. Человек, который может пойти против своих желаний, против всего, против потока, против каких-то сил, против волн.
ради чего-то тоже может быть. То есть вы как идете против чего, ради чего-то. Но все равно это как бы не совсем хорошая карта, это состояние тупика. Но видите, ему это в данный момент нравится. Либо ему нравится, вот у загаданного человека есть такое чувство, ему хочется быть нужным, он хочет кого-то пожалеть, поэтому ему даже хотелось бы, чтобы вы были в каком-то таком состоянии, чтобы он мог прийти так, вау, героем или помочь вас, потому что ему нравится ваше состояние беспомощности. Либо вы такая безумно сильная женщина, что он хочет вас видеть беспомощной. Но в данный момент, в данный период, возможно, он вас такой воспринимает. Не знаю, как карта выпала, так и рассказываю. Это такой пассивный период. Либо вас он видит очень пассивным человеком. Но также, если рассматривать как человека, это еще будет всегда очень глубокий человек. Глубокая натура. Человек, который занимается самокопанием также, потому что завис и разбирается. Вот пока он не разберется до конца в своем внутреннем состоянии, в своем внутреннем мире, он не готов идти дальше. То есть он еще может вас видеть очень глубокой такой жертвенной натурой. Потом человек, который будет отвергать любые статусы, который не готов идти. То есть вам плевать на моду, на современность, вам плевать на то, что сейчас очень важно. То есть у вас свое какое-то видение, и его тоже он тоже будет ценить. То есть вы не гонитесь за современным миром, вы живете в своем каком-то собственном мире, то, что вас устраивает, то есть вы выше всего этого. Вы отвергаете любые статусы, любые штампы, любые какие-то вот понятия. Что ему еще нравится? Сейчас в данный момент вы находитесь на расстоянии. Находитесь на расстоянии, в пути, на дороге между вами, возможно, по работе, но ему на самом деле нравится, что вы умеете... Давайте так, вы человек, который умеет отдыхать, умеет находить время для себя, умеет делать паузы, умеет отстраняться вовремя, умеет делать... Знаете, когда нужно уйти, знаете, когда нужно отстраниться, знаете, когда нужно уйти подальше. Либо действительно, если вы находитесь на расстоянии, у вас такая работа, ему действительно это нравится, что вы не часто находитесь вместе. Ну и плюс человек, умеющий отдыхать, человек, время, то есть делу время и потихий час. То есть знаете, когда мечтать, знаете, когда двигаться вперед, знаете, когда отдыхать. Нравится, что вы человек, не стоящий на месте, нравится то, что вы умеете находить время для того, чтобы побыть в состоянии повешенного, а потом двигаться по своей звезде в своем четком направлении и добиваться того, чего вы хотите. То есть человек тоже умеющий распределять, расставлять приоритеты, умеющий находить время для отдыха, умеющий находить время для работы, для своих целей. То есть вы знаете, когда нужно подождать, вы знаете, когда нужно сделать паузу, вы знаете, когда нужно действовать, знаете, когда нужно, где нужно промолчать, где нужно остановиться, где нужно активно себя проявить и когда нужно стартовать. Что ему не нравится в вас? Так, а вот, кстати, человеку по второму варианту не нравится, когда вы лезете и пытаетесь оказать помощь. Он хочет, то есть мужчина по второму варианту хочет быть нужным. Он не знает, как, с какой стороны к вам подойти, потому что он хочет быть нужным. Он даже хочет, чтобы вы попали в какую-то такую ситуацию, чтобы он мог вас пожалеть, оказать вам помощь. Помочь. Он поэтому и видит вас, хочет даже вас видеть жертвой. Потому что ему не нравится, что вы всем помогаете. Вы с разбитым сердцем всем помогаете. Может быть, у вас даже и работа связана с тем, что вы всем помогаете. Вот это ему не нравится. То есть вы сами вот в тяжелом состоянии, но вы пытаетесь всем помочь. А здесь он, скорее всего. Ему даже хотелось бы, чтобы вы оказались в такой ситуации, чтобы он мог вам чем-то помочь. Третий вариант. Ой, ну здесь яркая, сильная, сексуальная, активная, сумасшедшая, страстная, огненная. Это карта жизни, карта силы. Женщина – безумный секс, страсть, желание, огонь, сила, безумная сила. Женщина в самом соку, человек в самом соку. Это мощная энергетика, это вы знаете, это мощная физическая сила, эмоциональная сила, страсть, бесстрашие. Это женщина, покоряющая, видите, там она смиряет этого льва одной рукой. Ну, тут много очень символов того, что она дает ему правильное дыхание, того, что она дает ему правильные установки. То есть мужчина рядом с вами растет, мужчина рядом с вами желает жить, мужчина рядом с вами желает двигаться. Мужчина, вы его насыщаете правильными энергиями. Вы даете ему дышать правильным воздухом, правильными энергиями, наделяете его силой, смелостью.
женщина, обладающая безумной харизмой, магнетизмом, страстью, бесстрашием, ну, я могу повторяться, это карта темперамента, это карта, может быть, даже такого императивного давления, когда, то есть так, вы, не прикладывая ни к чему особо усилия, да, можете двигать. Плюс сильный человек, обладающий терпимостью, гуманностью, великодушием. Это тоже об этом, потому что это качества, которыми обладает сильный человек. Умением прощать, мягкостью. Самое главное — умением прощать, потому что умеют прощать только сильные люди. Ну и, конечно, отличительная черта — это ваша последовательность, это ваша уверенность в своей правоте, это ваше стремление. И вы человек, который четко знает, чего он хочет. У вас нет никаких сомнений, вы четко всегда знаете. И вы тот, кому можно всегда обратиться за подсказкой. Вы всегда подскажете, вы всегда, ну, направите в правильное русло. Но вы человек с насыщенной яркой жизнью, как он видит вам, ему это нравится. Ну, человек, который никогда не сдается и всегда, как он считает, вы всегда выходите из всего победителем. Очень стойкая, очень решительная, очень огненная карта. Причем это еще карта, когда женщина может идти в одиночку на все. Решительная фигура. Огненная еще такая, огненная женщина. Да нет, безумно нравится, очень симпатизирует человека к вам, чувствует человека к вам любовь. Причем вы умеете закрываться, вы умеете держать свои границы, вы отстаиваете свои границы, вы умеете отсеять, то есть вы не подпускаете близко. Вы подпускаете к себе только любимых людей. Но и самое главное, вы умеете бороться за свою любовь. Это человек, который борется за свою любовь. Умеете любить, умеете... Ну, здесь третий вариант. Здесь загаданный человек влюблён в вас по уши. Хочет до безумия. Здесь, ну, может быть, не любовь-любовь всей его жизни, но влюблённость безумная. Здесь все карты, как говорящие о чувствах, об эмоциях и о вашей силе. Уметь держать ваши позиции и отстаивать свои интересы. В любви и в отношениях. Что не нравится? Ему не нравится, когда вы уходите в себя. Ему не нравится, когда вы... Вы знаете, вы иногда уходите, у вас бывают такие моменты, ему это не нравится, когда вы уходите в такое состояние жертвенности, либо в депрессию. Ну, любому сильному человеку нужно иногда тоже уйти в себя и побыть, покопаться в себе. Причем вы это делаете осознанно. Вы это делаете все осознанно, вы даете себе шанс на то, чтобы побыть слабой. А ему не нравится, потому что... Не потому что вы такая слабая, а потому что, ну, он не понимает, что вы это делаете. Да. Он не понимает, что вы это делаете осознанно. У него это не клеится. Ну, ты сильная, красивая, интересная. Зачем тебе эти страдания? А вам они необходимы. Вы таким образом берете себе паузу. Вы берете себе шанс на то, чтобы восстановиться, возродиться. Это такое... Ну, сильным людям тоже иногда нужно побыть в состоянии... Это не грусть, это не тоска, это не депрессия. Это просто иногда вы уходите в себя. Вы это делаете целенаправленно. Вы даете себе шанс на отдых на определенный. Четвертый вариант. Так, ну это карта детства, это карта юности, это карта ребячества. Он рядом с вами чувствует себя моложе, он рядом с вами чувствует себя ребенком. Возможно, это такая легкая инфантильность, но ему это нравится. То есть он вас видит слегка наивный, слегка инфантильный. Возможно, так, знаете, как искреннее. Просто это и карта искренности, это искренние чувства, это карта, как вот любят дети, искренне, как мы любим детей, несмотря ни на что. Ну, в первую очередь он видит вас такого внутреннего ребенка. Может быть, какой-то, не знаю, ну, инфантильный. Это хорошая карта, не могу говорить в плохом как ключе, но он видит вас ребенка. Может быть, какие-то есть заморочки по поводу взросления. Ну, на самом деле, он это ценит, потому что мы, когда взрослеем, мы теряем эти моменты, мы теряем эти вещи, умение смотреть на жизнь как ребенок, да, без предвзятости. Вот у вас он видит этот блеск, он видит этого внутреннего ребенка, либо у вас он видит ребенка, может быть, вы младше по возрасту, либо иногда говорит о том, что видит в вас какую-то несерьезность. Может быть, вы как-то у него ассоциируете с кем-то из детства. Либо может говорить о том, что у него есть ностальгия. Ностальгия по прошлому, ностальгия почему-то. Либо вы его возвращаете в какие-то моменты, связанные с прошлым. Но это нежная карта.
это все равно это карта не очень определенного какого-то важного опыта жизненного. Поэтому единственное, может быть, не знаю, скорее всего, чаще всего проходит то, что ему нравится в вас, вот эта вот непринужденность, это веселье, вы умеете радоваться как ребенок, вы умеете праздновать как ребенок, вы умеете развлекаться как ребенок. Не обязательно как ребенок маленький, как глупость. Нет, это может быть в зависимости от того, сколько человеку лет. Он может просто вспоминать свои юношеские годы. Либо это вот ваша искренность, ваш альтруизм, такое вот ваши взгляды на жизнь, вы смотрите на жизнь как ребенок. Вот вы такая личность, которая все воспринимает и во многом ошибается, потому что ну, как доверчивая, как ребенок. Ну, а вообще, эта карта такая детство, это карта хорошего настроения. Очень часто ассоциируется с каким-то праздником, с какой-то непринужденностью, с какой-то легкостью, с каким-то. Вот он чувствует рядом с вами как легкость, как в молодости, как раньше, без принуждения. Либо говорит о том, что вы очень давно друг друга знаете. Друг друга знаете, это как человек из прошлого, и вы у него ассоциируетесь с каким-то прошлым. Что ему нравится в вас? Характер. Потому что вы очень интересная, яркая, красивая женщина. Единственное, что здесь нужно чего-то подождать, либо вы от него чего-то ждете, либо женщина, которая умеет ждать. Потому что, ну, все-таки, что ему нравится? Женщина с сильным характером, победитель, герой, четко знающий, чего хочет, потому что это лидерские качества. Это сильная воля, это стержень. И плюс это красота. Это дорогая женщина, это яркая, дорогая, с определенными требованиями, на раньше ваше не согласная, ухоженная, эффектная. Но она, это также женщина, которая успешная. Это же карта успеха, это карта материальная тоже. Потому что очень много, ну, пентакливые карты. То есть умеющая ждать, либо он вас видит человек, ему нравится, что вы умеете ждать. Вы умеете выжидать и дожидаться победы. Это умение, такое, если вместе все смотреть, умение терпеть и ждать своей прибыли, своей удачи, достижения своей цели. То есть вы умеете ждать, пока урожай созреет. Тоже. То есть терпение, есть определенные качества, которые вот он вас ценит. А вообще женщина очень яркая, красивая, дорогая, эффектная. Ну и требующая к себе определенного внимания. Что ему не нравится? Так, ну здесь характер. Характер, какие-то требования, потому что если вы что-то начинаете требовать, либо вы возлагаете на него какие-то надежды. Либо здесь в таком соединении вы мечтаете о чем-то, что в принципе невозможно. Либо для того, чтобы это произошло, это как... Но это не может состояться. Либо, если вы во что-то верили, хотя здесь вы умеете ждать, вы умеете надеяться, вы умеете добиваться. Это как умерли все мечты, умерли все надежды. То есть вы человек, который отказался от чего-то. Либо отказался от своих планов, либо отказался от своих надежд, либо пошел каким-то неверным путем, причем из-за своего характера. Либо у многих еще может проиграться то, что вы ищете соперниц. Можно искать еще по этим картам соперниц, которых особо нет. Это искать соперниц в интернете. Можно так еще прочитать, потому что это как соперница. Вообще черты, определенные черты характера. Хочу, и я знаю четко, чего я хочу. Но здесь не то, что хочу. Вот что-то придумала, захотела, и неважно, это сбыточная мечта или не сбыточная. Вот я хочу, чтобы так было. Вот это тоже может ему не нравиться. А так, конечно, ему будьте с ним больше ребенком, будьте с ним такой вот яркой маленькой девочкой. Ему это очень нравится. Пятый вариант. Так, ну здесь человек хороший специалист, умный человек, манипулятор с хорошим логическим складом ума, знающий, чего хочет. И человек очень образованный. Это человек, который постоянно учится. Человек, который постоянно учится на протяжении всей жизни, учится реально вот в прямом смысле, и учится на поступках, на действиях, на каких-то событиях, на всем. Это оригинальный ум, это оригинальный подход, это творческое видение, это своеобразное какое-то видение, это оригинальность во всем. Это, ну, понимаете, это уже, ну, если смотреть, трактовать старший аркан, у нас там есть бессознательное, да, есть очень много арканов, которые трактуют бессознательное, как дьявол, как какие-то там темные энергии, как отшельник, там, ну, отшельник тоже мудрая карта. То есть здесь это конкретная карта знаний. Это уже осознанные знания, сознательные знания. Те знания, которые мы осознаем, и те, которые мы сами получили в этой жизни. Это человек, который постоянно учится, который способен осознанно относиться к своей жизни, осознанно относиться к самому себе.
сообразительный, активный, с четкой, яркой, выраженной активной жизненной позицией, независимый, сильный, уверенный в себе, умеющий контролировать себя, обстоятельства, все, что рядом с ним находится, умеющий влиять на других, ну как, почему мы говорим манипулятор, умеющий влиять на других, решимость, конкретика. Я очень часто говорю, маг — это человек, который видит цель. Он, это получается и тактик, и стратег в одном лице. Он знает, и чего он хочет, он знает, как это воплотить. Он обладает уже конкретными знаниями, потому что осознанные, вот сознание, осознанные знания — это те, которые он уже не прочитал где-то, а на опыте даже. То есть он их осознал, он пропустил через себя, он уже сделал какие-то выводы. То есть очень высоко вас ценят, как очень глубокую, серьезную личность. Но... плюс еще, даже не но, а просто это человек, который четко знает, куда идти. Да, это, не знаю, лес по пояс, море по колено. Но это почему? Это не то, что там вы идете неосознанно. Он четко понимает, что если вы уже куда-то идете, если вы уже рискуете, если вы уже вы знаете, чего вы хотите. То есть маг, он никогда не будет делать без плана, он никогда не будет бить без четкого плана там куда-то или с головой лететь во что-то. Нет, там все будет обдумано, там все будет конкретно, там это мастер. Маг — это мастер. Мастер своего дела, мастер коммуникации, мастер общения, мастер своего собственного дела. Это вершина знания определенного. То есть он вас ценит очень высоко с точки зрения вашего интеллекта в первую очередь. Да, это бесстрашие, да, это сила, да, это воля, да. Но вы человек, самое главное, который всегда четко понимает, что он делает, и всегда доводит до конца. Поэтому у вас не бывает, даже когда на мужчину выпадает маг, часто вот он типа манипулятор, он четко всегда понимает, что он делает. Если он даже манипулирует, действия не бывают случайными. То есть он четко понимает, что вы умная, хитрая, надежная, ну, все обдумано, все давно уже обдумано. И ваши действия никогда не бывают ни хаотичными, ни случайными, ни логичными. Вы всегда знаете, что вы делаете. То есть, может быть, он не всегда понимает, для чего? Ну, в конце концов, всегда приходит к выводу, что это все было обдумано. Ну, вот как-то так. Что еще? Ну, и плюс у вас хорошая способность влиять на окружающих людей. То есть вы такой вы манипулятор на близких и на окружающих. Ну, здесь проходит... Слушайте, ну, смотрите. Человек, обладающий... Вот это вот уже пошло бессознательное. Высоко вас ценит, уважает за ваши внутренние качества, за ваши знания, за ваше отношение к жизни. Это карта истины. То есть вы еще и порядочный человек. То есть да, у вас есть какие-то определенные личные наблюдения, но вы еще и держитесь опыта. Опыта, который на вас, у вас как заложен на бессознательном, и опыт, который пришел от кого-то другого, от предков и так далее. Ценит вас глубоко как очень интересную личность. Личность очень интересная, счастливая, многогранная, постоянно меняющийся, то есть вы человек в потоке. Причем вам это ваше состояние приносит материальную выгоду, успех и так далее. Может, смотрите на своего мужа, не знаю, но это мечта любого человека. То есть вы, либо он вас видит человека для семьи, либо он вас видит женщину, которая может наравне с мужчинами зарабатывать легко, наравне, ну, в принципе, вы так делаете, с мужским сильным, с мужским характером, либо женщина, которая способна победить любого императора, особенно в заработках. Либо женщина, которая победила его, императора. Здесь очень сильная женщина, умная. Окей, что не нравится? Не нравятся скандалы, не нравятся ссоры, не нравится ваше то, что вы делаете. И ему не нравится, здесь по пятому варианту может быть разрыв. Может быть, разрыв, может, из-за ревности, из-за скандалов, из-за чего-то, потому что здесь эмоциональная нестабильность. Либо вы такой человек, который очень такой эмоционально нестабильный, но быстро успокаивающийся. Вот вы раз там загорелись, наделали, наломали дров, а потом быстро успокоились. Башня всадника мечей — это резкое принятие решения. Вы сделали уже что-то, а потом подумали. Но я сомневаюсь, потому что маг, он четко понимает, что он делает. Он может в любой момент остановиться, он знает, когда нажать на тормоз, он знает, когда... Здесь больше касается того, что связано, не знаю, ну вы не всегда умеете ждать, вам хочется быстрее, но мне здесь больше проигрывается, как мне идет, что боится, что вы можете все разрушить. Он боится, что все может закончиться в любой момент. Что вы человек, который действительно может в любой момент все закончить на эмоциях.
может быть связано с эмоциями, может быть связано просто с любовью, либо с другим мужчиной, неважно. Но здесь умение ставить точку резко и неожиданно. То есть можно тянуть до последнего, а потом раз и обрубить. Ему это не нравится. Либо не нравятся вот эти ваши черты характера, что вы очень вспыльчивая. Так, в принципе, здесь очень умная, интересная женщина, знающая, чего она хочет. Всего вам доброго и до свидания.